Очень красиво. Очень прекрасно. Вам кому кушать папа поставил? Собаки, вы что, поругнали всех попугаев? Боже мой. Это называется, мы кормим попугаев. Пока что сошли все собаки. Еще не все. Кто не пришел, Люция не пришла. И не пришел Микки. А все попугаи, пожалуйста, готовы кушать были, но не сегодня. Марсель, иди посмотри, что там попугаем дали. Зефир украл. Да уж. Мне кажется, идут кушать все, кроме попугаев. Попугаи вам кушать дали. Слышите? Слышим. Слышим, но ничего не хотим. Саша забирает это блюдо, попугаи не голодные. Оказались голодные собаки. Даже Марсель не голодный. Пошел на кухню. Думает, может, там что-то лучше дадут. Вот мы. Кормление попугаев. Посмотрите. Вот так происходит кормление попугаев. А, Люция здесь. Это я ее не заметила. Значит, я думаю, Микки этого не было. Чарли. Чарли. Иди хоть ты попробуй. Ты же любишь собаками кушать. Не кричите, не кричите. Да, в общем, кормление... Так, кто кричит? Я не понял. Барон, ты? Барон, ты кричишь? Пепита, как вы себя ведете? Арчи, ты не там кушаешь, Арчи. Зачем папа поставил вам блюдо? Зачем? Посмотри, собаки все твое съедают. Это нормально? Это не нормально. Как и будет называться сериал? Кормление попугаев. Кормление неголодных попугаев. Марсель, иди попробуй, что там. Иди. А, там тузик. Он подозревает тузика. Пошел. Летящий походкой Марсель прошел мимо. Губочка прошел мимо. Чарли поднимает, Арчи поднимает Чарли за веревочку. Арчи, тебе эта игрушка на один клюв. Ты ее сразу грызешь. А Чарли там очень долго игрался. Слушай, вот так сегодня прошло кормление попугая. Кто-то они возмущаются, ругаются, но не кушают. Такое ощущение, что собаки съели. А там были просто салаты для попугаев. А собаки говорят, а что нам салатов не дают, а попугаям дают. Ну, пожалуйста. А если бы я салат положила собакам на кухне, они бы не ели. А так они решили, что попугаев чем-то лучше кормят. Так все. Ребята. Ваша пища вся съедена. Боже мой, кто там так кричит? Чарли, что за крики? Ты красивый, правда? Красивый. Не захотел салат кушать? Теперь играйте тут.
Будь здоров.